Так, сейчас будет шах и мат всем скептикам. Ребят, в последнем видео, когда я сказал в утвердительной форме о том, что если вы подпишетесь, то выпадет Лего, людям массово начали падать воробушки. Просто посмотрите на этот град комментариев под последним видосом. И что, вы теперь хотите сказать, что нет, это неправда? Это реально чистая правда. Единственный момент по времени, это разное время. Кому-то упал на следующий день, кому-то через день. Ну, в общем, видите, время комментариев абсолютно разное. Поэтому, ребят, еще раз, подписка увеличивает шанс на выпадение Леги прям точно, а в определенные дни падают только определенные Леги. Ну это, видите, это прям инфосотка. Всем привет, с вами Аурум, и это новые Funny Moments у меня на канале. Дело все в том, что на канале Team Royale появился новый видосик, который мы с вами прямо сейчас и посмотрим. Мои собственные нарезки подождут немножечко, да, потому что сейчас очень много дел, розыгрыш аккаунта Мажор, конкурсы, стримы, еще и записываю влог для второго канала, короче, просто тупо бан, ссылки на все каналы в описании, залетайте везде, нарезки со стримов есть, короче, есть все-все-все, ну и отгружайте, конечно же, лайкосик на Funny Moments, чтобы я почаще, короче, напоминайте мне о том, что это ваша любимая рубрика, погнали смотреть. Так, главное не втыкать первый момент, ну здесь Биби прям ново... А так можно? Она, по-моему, бесконечно ульту набивает. Офигеть. Прикольно. Ну, Team Royale-чик на уровне, конечно. Всегда, всегда на уровне, братан. Это радует. В тонусе, так сказать. Это прям я. Это был прям я, только китайская версия Аурума. Блядь, а как так-то? А чё он промахнулся? А чё он, как он промахнулся? Что за херня? Стоп. Блядь, этот китаец, это пиздец, ребят. Вот смотрите, Супер Шелли набил, смотрите на этого китайца. Это реально тупо моя версия. Ебать, дурак. Очень забавно. Нихуя непонятно, но и очень интересно. Воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу, полегче. Что это было вообще сейчас только что? Это и есть та самая новая связочка? Воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу. Вау. 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 Ну это было сильно. Это реально было сильно. Напишите, пожалуйста, в комментариях, как вы думаете, можно ли это юзать в реальном поединке. Как, черт возьми, жесть. Вау. This is too easy. Сейчас Шелли вам покажет too easy. Ай, братан, сейчас спадет. Гадалки не ходи. Вау. Класс. Красота. Team Royale уже начал какой-то монтажик приделывать. У него раньше просто вообще такие максимально ленивые ролики были. Ну, то есть, нарезочки все мега качественные, но... О, это, блядь, это интересный фокус. Это, кстати, бля, я что-то об этом не подумал. Прикольно. Прикиньте, медведь, который хилить будет. Не, это сервак? Нет, это сервак, да? Что? Что? Шесть. Медведь, который хилит. Это классно. PelXZRA. Воу-воу-воу-воу-воу-воу. То есть, проезжая, он реально взорвался. Я думал, механика так не работает. Я думал, пока он едет, с ним ничего не может случиться. Простите, пацаны, простите, сорянчики вам, сорянчики.
My name is John Cena. А, это классно. Серьезно? Да не, да ну брось. А какого хрена? Что он сделал? Зачем он это сделал? Капец, какие-то конченые. Конченые люди. Те стоят уже, типа, ничего не боятся, и что делает Кольт? А те что, пошли уже покурить или что? Или они тоже стримят, как я? У меня такое бывает. Ну, мне такое бывает. Я иногда думаю, да все, я победил, убираю телефон, начинаю разговаривать с зрителями на стриме, а потом подбираю и понимаю, что... Такое много раз было. Может, они тоже стримят там вдвоем, втроем, вчетвером, впятером. Ты придурок, убей же его, ну что ты гонишь? Ну не гони беса, ну не гони беса. А, он финтит, лол. Вау. Вы видели? Он финтил специально. Я думал, это нуб. Это тот самый момент нуб или скилл, да? То есть он реально, он просто, он подпрыгивает под выстрел. Вы поняли? Смотри, что валит. Просто. Динамаечка, ты в моем сердце, бро. Вау. Ой, это очень красиво. Максимально красиво. Ой! Покрутились, покрутились, наши пальчики втомились. Bloodland. Нормальный ник у пацана, да? Bloodland. До свидули, до свидули. Жесть какая-то. Пиу-пиу, минус 2, пиу-пиу. Теперь берем кучу баночек и опять минус 2 минуснул, да? Почти. Красиво, красиво, мне нравится. Особенно вот это пиу-пиу-пиу. Ой. It is so good. Oh my god. Look at it. Кто этот чувак? Бля, этого я реально не знаю. Если по поводу PewDiePie я рофлил, то этого кто это? Да не стреляй ты меня! Да, блядь, полегче, стой, ну! Воу-воу-воу! Нормально. Нормально, нормально. Хайпика! Прикольный ник Хайпика. Хайпун еще можно. Муж Хайпики Хайпун. Блин, реально Хайпика. Это какой-то хайповый супергерой. Воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу. Ну это мы видели много-много раз. Я сам так делал. Это прикольно. Но и это еще не все. Он хочет также Бедная Шилюнька. Он словил так Шелли, прикиньте. Бан ему на миллион лет, ребят. Воробей! Кстати, Кайрос. Эль Примо! А нет, Карлос. Дюлюз! Эль Примо просто хорош.
Юдус! Ой, ой. Ай, больно, 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 больно. Жестко. Так, три тимы. Убрик Тимс. Что за язык такой? Убрик Тимс. Не знаю, понятия не имею. Блин, ну загнали вообще, сдаваться пора. Ой, жесть, 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 жесть. Ну умрут, умрут. Ой, нет, прикинь, прикинь, что творит, прикинь, что делает. Мах, чародей. Шаман просто. Больно, больно, больно. Че я отбросил себе под шарик. Вот это вообще классно. Так, ну и вечная рубрика. Вальни что-нибудь смешное с помощью Биби. А, не, не смог свалить. Не смог, не смог. Я уже ставил было денежку на Биби. Но нет. Если он сейчас будет топ-1, я прозрею. Но нет. Блин, если... Я прозрею. Блядь, ты прикинь. Не может быть. Не может такого быть. Мах. Мах, черт возьми. Ты маг. Ты не настоящий. Ты чаклун 43-го левела. Блять, что вы творите? Я не понимаю, что сейчас происходит. Это просто какой-то кромешный ад. Серьезно, они сейчас еще затащат? Не может такого быть. Это лучшая катка, которую я когда-либо, блядь, видел. Уууу! Это реально тупо было жестко, пацаны, согласитесь, я не знаю. Это когда он ушел вот сюда, это просто бан! Ребят, прямо сейчас за это отгружаем лайкос, подписываемся на канал, потому что это было невероятно, невероятно, просто невероятно круто. Ссылка на оригинальный ролик, как всегда, в описании. Ребят, всем удачи, хорошего настроения. Я знаю, что сегодня последний день лета. Не расстраивайтесь, самое главное. Самое главное, не расстраивайтесь. Все будет классно. Пока, ребят.